Где? Где мы? Можно туда пойти? Пойдем туда, там больше. Видите, зараз, выключите. Ладно, порт убит. Сейчас, ты, блин, такой кадр прикольный. Шановні, ви зняли картинку? Ви зняли, бо ми все... Еще раз, что у нас первое было? Лицо вкусное. Да, абсолютно замечательное движение, всемирная волна, которая пошла по всему миру, по приведению в порядок, по уборке мусора, по... к сожалению, я тоже, видите, пользуюсь пластиковыми засобами, и причем из того мусора, который мы нашли в городе Припять, после чего мы это утилизируем согласно всех норм радиационной безопасности. Весь мусор будет передан соответствующему предприятию, которое работает в Чернобыльской зоне отчуждения, в проваджую деятельность, и все будет как бы радиационно безопасно и правильно. Хорошо. Ну, что хочется. Не так и нелегально. Кто-то выступает тут с таким набоем, кто-то лишает на жёлтых кабинах. Пластиковые бутылки и бутылки из-под алкоголя. Это вот больше всего. На самом деле есть мусор, но мы не расцениваем. Допустим, вот такой, вот такие бутылки, они чаще всего здесь являются... так сказать, больше историческими, потому что большая часть из них осталась, да, вот, допустим, вот такая, еще с того времени. То есть такие бутылки мы не оставляем, ну, не забираем, не выкидываем. И вообще вещи, которые остались там со времен аварии, мы оставляем на тех местах, на которых они лежат. По сравнению с летом 86 года, вот с первыми месяцами, даже не с первыми моментами аварии, уровень радиации уменьшился в 1000 раз. Вот по сравнению с тем, что я мерил в Чернобыльской зоне летом 86 года, он упал в 1000 раз. Это очень важный факт, который нужно доносить. Вот. Так что вот такая вот ситуация. И пребывание вот туристов, и сегодня вот тех, кто будет участвовать в этой акции по очистке зоны от Припяти, значит, за день мы получим такую дозу, как за час-два полета на современном авиалайнере. Долучилася до такої великої історичної події, якою Чорнобиль не справиться. Туризм набув таких обертів, які вже не зупинити. І те сміття, яке тут нанесли туристи, це теж така неопосередкована ознака того, що ця подія досить масштабна. Але важливо те, що не те, що не смітили тут туристи, а те, що це потрібно. Це прибирається, я повторюсь, прибирається те культурне нашарування, яке тут недоречне. Це місто-музей фактично, хоча такого статусу офіційного і немає. Ботинки испачкали.
Можно. Можно. Підрізали, а тут ось от так от петляли, їдучи. Але тут в Прип'яті була група активістів, які... Чорнобиль, хештег челендж!